В свою очередь, парк предприятий «Электротранспорт» пополняется новыми машинами. Поступили еще 3. Теперь в распоряжении городского предприятия 113 троллейбусов и 118 автобусов. Весна в электротранспорте началась с закупки новых машин – двух больших автобусов и автобуса малой вместимости для довозочных маршрутов. Новые машины отвечают всем современным стандартам и удобны для маломобильных граждан. МАЗы низкопольные, оборудованы пандусом с удобным углом наклона. Машины уже зарегистрированы в ГИБДД и в ближайшее время выйдут на линии города. 5-й, 18-й, 10-й, тем более, что сейчас аукцион будет на эти маршруты, поэтому в преддверии его, собственно говоря, мы дополнительно и берем машины. В прошлом году на предприятии приобрели 10 современных троллейбусов, в которых можно даже заряжать гаджеты, и 6 автобусов. Но на этом обновление парка не заканчивается. Буквально в течение недели мы подпишем очень большой договор на поставку 10 новых троллейбусов, которые, надеемся, уже до середины апреля все 10 будут у нас в городе. И, конечно, вот к первомайским праздникам вот такое обновление, оно очень сильно порадует наших мурманчан. С недавнего времени в городском транспорте работает система бесконтактной оплаты. Нововведение заметно упростило расчеты, ведь теперь не нужно отсчитывать мелочь, а можно просто приложить к валидатору телефон или карту, оборудованные специальным чипом. Мурманчане воспользовались нововведением уже более 11 000 раз.